Всем привет! Пришла очередная посылка из Китая с магазина Banggood. Такой мешочек черненький. Цена 437 рублей я за нее отдал. Здесь у нас USB тестер. Какой-то навороченный USB-тестер. Откроем и посмотрим. Все, в пакете пусто. Вот так запаковано. Тестер поставляется в такой фирменной коробочке. Фирма Mantistec. Модель. Пломбочка в виде наклеечки. Аккуратненько все. Открываем. Вот так он располагается в этой коробочке. Здесь у нас должна быть инструкция. Все на английском языке. Ладно, посмотрим тестер. Параметры от 3 до 15 вольт. Считает миллиамперы до 100 тысяч миллиампер. Тестер у нас двусторонний. Здесь и здесь. Здесь у нас микро USB вход для проверки кабелей. И вот этот у нас, как я понимаю, отсюда выходит звуковой сигнал, когда тестер перегружен там. Ну, в общем, сигнал подает. Давайте включим и посмотрим его. Пленочка наклеена. Транспортировочная. Такой яркий дисплей. 9 ячеек памяти, которые переключаются двойным кликом. Ноля нету. Так, попробуем нагрузить его.
1 ампер выдает. Два ампера выдает. Попробуем еще один резистор. Вот. 2,42. Попробуем добавлять. Вот, сигнал прошел. Слышали? Ну, нормально. Сброс миллиамперов у нас проходит длительным нажатием. Все сбросилось. Ну что, нормальный такой тестерок, яркий. Вот сравним его с таким. Разница, мне кажется, видна. По размерам Mantis-Tech чуть больше. Провод тут удобно. Втыкаешь, и вот он сразу. А этот надо переворачивать. Удобненько. Так, попробуем протестировать кабелек. Так, все. Кабель метровый, а окей. Ну все, я доволен. Классный тестер. Яркий дисплей, 10 ячеек памяти. Вот такой обзор. Спасибо всем за внимание и будьте здоровы. Пока-пока.